Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme 5i можно сделать запись экрана. Открываем шторку, если у вас здесь нет записи экрана, нажимаем сюда и перетягиваем ее отсюда. Далее зажимаем запись экрана. Попадаем в настройки, давайте изменим качество видео. Ориентацию тоже можем изменить. Аудиоисточник для записи. Можем выбрать звук микрофона. Так, начиная вышел. Также можем включить фронтальную камеру, либо нет. И можем выключить отображение наших прикосновений на экране. Когда все готово, нажимаем запись экрана. Разрешаем. Идет у нас отсчет. После чего пошла у нас запись, как видите. Также видны наши нажатия экрана. Думаю, на красном будет лучше видно. И чтобы остановить запись экрана, нажимаем вот сюда. Далее переходим в нашу галерею. Окей, заходим в альбомы. Оно будет находиться либо в скриншотах, либо в видео. И открываем. После чего пошла у нас запись, как видите. Также видны наши нажатия экрана. Думаю, на красном будет лучше видно. И чтобы остановить запись экрана, нажимаем вот сюда. Как вы видите, все работает. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!